Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин. Впервые началось производство многих видов отечественного оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, а также для ревматологии, реаниматологии, реабилитации, диагностики. Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин, вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии. Хотел бы повторить, у нас есть весомые достижения, но нам, безусловно, нужно двигаться дальше, продолжать эту работу.